Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня рассказать про вот такие вот антивибрационные ножки для вентиляторов. Ссылочку я оставлю, как обычно, в описании к видео. Значит, для чего они нужны? Я их использую для того, чтобы крепить на них вентилятор. Также вентилятор заказывал я на Алиэкспресс. Если кому интересно, ссылка в описании. Ставлю, значит, их на вот такие ножки резиновые, чтобы он не жужжал. В принципе, если у вас такое вот крепление, как у меня сейчас, здесь, у вентилятора имеются уже вставки такие мягкие. И, в принципе, можно ставить и без них. Он и так вибрировать не будет. Будет нормально работать. Но если у вас таких вставок нету, идет, например, вот такой большой вентилятор или любые другие поменьше без резиновых вставок, то в этом случае мы будем использовать такие вот ножки. Значит, вставляются они вначале в корпус, где у вас будет держаться вентилятор в отверстие для крепежа. И дальше вы на них насаживаете вот этот вентилятор свой. Ходит он спокойно, вот так вот вытягиваете ножку. Все, и наша резиновая вставка садится. Как видите, он держится на ней хорошо, крепко. И при работе не будет никакой вибрации. То есть эта резиновая антивибрационная вставка будет поглощать вибрацию. Поэтому вентилятор не будет вибрировать, жужжать и трястись. Что, собственно, очень для нас полезно, так как при обычном крепеже, при там винт будет или что-нибудь, он будет жестко сидеть корпусу, и при этом будут ощущаться вибрация и звук идти. Так что всем советую использовать вот такие вот крепежи для вентиляторов. Стоят они недорого, буквально там копейки, там рублей 5, наверное, за 10 штук. Вот поэтому. И снимаются, кстати, тоже очень легко. Вынимаются. Вот. Все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.